Ну, а хорошо, когда вы... Многие считают, что просто и у вас, и у Михаила, супруга вашего, звездный час — это ОСП-студия. Ну, как бы существует такое мнение. Поверье. Да, поверье, да, такое в народе. Разве вы не импровизировали в ходе съемок? Мы же говорим сейчас об ОСП-студии или о КВН? Про КВН я все понял уже. Вы мне про КВН все объяснили. Прекрасно. Поэтому я сейчас перешел переходим к ОСП-студии. Да. Потому что, опять же, молва утверждала, что якобы там очень большой элемент импровизации был. Там была одна рубрика, которая называлась «10 минут в прямом эфире с...». Она была абсолютно импровизационной, конечно. Она не готовилась, человек приходил, какая-то знаменитость приходила, и мы с ней шутили сходу с колес. Это была импровизация. Но другие, все остальные рубрики были написаны заранее, отрепетированы. Там был грим, это же были пародии. Пародия — это достаточно такой сложный жанр, который должен быть готов, подготовлен. Это не ваш любимый жанр? Что еще вам рассказать? Ну, почему? Пародия. Потому что какой-то жанр говорят, что он сложный, это я сразу презумпцию допускаю того, что он не самый любимый. Что, что сложно, очень трудно любить, мне кажется. Ну, почему? Нет, не обязательно. Нет, в принципе, это жанр, к которому я не то чтобы шла сознательно, но в какие-то моменты у меня начало получаться, и получилось, что да, как-то... стало получаться. Я не скажу, что это как-то там для меня было трудно. Нет, наоборот, очень даже интересно. И эти все пародии порой просто, когда ты видишь себя в зеркале в гриме, там, ты понимаешь, что ты очень похожа на Аллу Борисовну Пугачеву, что, в общем, вряд ли сейчас еще пока можно поверить в это, то это действительно, это очень интересно, и как-то ты стараешься... Нет, это очень интересно было для пародии, но, конечно, когда ты пародируешь что-то такое, какую-то там глыбу, потому что как-то потом, когда ОСП-студия уже стала, как раз благодаря тому, что стало некого пародировать, все как-то стали очень такими серыми, одинаковыми, как песок. Да, вы считаете, что у нас сейчас нет объектов для пародии сейчас? Это ОСП-студия уже не существует, по-моему, лет 10. Вы просто сказали, что стало. То есть, тогда, я имею в виду, да. То есть, знаете, мы всех уже отпародировали к тому моменту, да. И как-то стало появляться много вот этих фабрик. Какие-то стали такие артисты достаточно нехарактерные. А когда у тебя нет общего какого-то такого масштабного героя, то как можно спародировать, не знаю, кошку? А вы считаете, что кошку сложно, да? Незнакомую, тем более. То есть должны быть какие-то характерные черты, которые люди знают, кроме тебя, все остальные тоже. Да, поэтому тогда он угадывается, этот портрет. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».